И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш доктор Эггман Работник. А это Sonic Generations No Shadow. Сегодня мы с вами продолжаем прохождение. Давай, синяя зараза. Сегодня продолжаем с вами прохождение. В прошлый раз мы прошли вот все вот эти вот доп. Испытания и прокачали практически всю зону колец. Тут кольца оставим, наверное, для стримов. Здесь у нас зона за Эми пойдет, получается. Так, какие тут... Здрасте, какие тут люди собрались. Смотрите, какие тут люди. Метал, а ты что-то забыл? Ну-ка. Сразись со мной, если хочешь изумруд хаоса. Ну-ка, подожди. Я хочу изумруд хаоса, но давай сначала тебя зафоткаю. Я буду сражаться с тобой столько, сколько потребуется. Ладно. Я его фоткаю. Я делаю фотки, потому что это идеальный кадр для... Все. Поехали. Ну давай сразимся. Этот знак предупреждает, что рядом пропасть, Гильден. Metal Sonic! Там. Не останавливайся, если не хочешь упасть. Ой, зараза. Давай, иди сюда. В общем... Так, подождите. Давайте... Алиса начнет сначала. Вернется к катсценам, интересно, нет? Не будет. Я хочу катсценку записать без вебки. Реально, интересная гонка будет. Так, давайте-ка. Metal! Я буду сражаться с тобой сколько потребуется. Когда ты потеряешь жизнь, ты начнешь игру с последней контрольной точки. Metal Sonic! Не останавливайся, если хочешь, не хочешь упасть, принято. Metal Sonic становится уязвим после атаки. Прыжок, чтобы донести ему удар, принято. Иди сюда, тупая ты железяка. Будь внимательнее, пока включено электрическое поле. Так, берет метулюсик. Ой-о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 й. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давай. Где он? О, нет. Ты можешь... Давай. Это твой шанс, бей его! Да бью! Мелкая мочао! А чёрт!
О-о-о! Зараза-то какая! Грабанная летающая вилка! Б? А бонус? О, другое дело. Вы получили изумруд хаоса. Легенда гласит, что если собрать все 7 изумрудов хаоса, то можно обрести неординарную силу. Не великую силу, а неординарную. Кстати, заметьте, здесь только... То есть, получается, я не все собрал. Я буду сражаться с тобой, сколько потребуется. Не будем пробовать тут дальше, поставим его для стримчиков. Так. Тут сборка. Этот ключ вратам босса взять нужен... Ага, ясно. Ну, слушайте, битва с Металлом это... Нечто мне понравилось. Вот давайте с верхушки начнем. Испытание неуязвимости. Собирайте мониторы неуязвимости, чтобы пройти через орды врагов и вовремя добраться до цели. Мне нравится. Погнали. На всякий случай, то мало ли что, какая-нибудь анимация пойдет. А, нет, здесь все нормально. Так. Так. Так, давай. Заметьте, здесь нету колец-то. Ауч. Так, все, кончилось. Да. Здесь сложнее. Но мне нравится под уровень. То есть здесь на скорость. Так. 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 Вот. Уже лучше. Так. Главное идти и не останавливаться. Та-тара, тра-тара, та-тара. Та-тара, тра-тара, та-тара. Давай, давай, давай. Вот даже немножко подлагивает у меня. Ой, подлагивать-то как? И добрались. Немножко подлагивало сейчас у меня. Есть такое, но... Броуть еще раз. Нет, спасибо, меня устраивает. Хорошее испытание, главное получить и собрать. Я, кстати, забавно, что за Эми там не было никакого изумруда. А, нет, назад. Отлично, получили картинку, неплохо. Так, гонка с доппельгангером. Сразитесь с двойником Соника и придите к цели раньше него.
Не вопрос, было уже. Вперед. Так. Он пока нас опережает, но это ненадолго. Я пройду другим путем, которым мы еще пока не пользовались. Так, ой, как подлагивает-то. Черт, он меня опережает. Так. Давай, открывай. Так, отлично. Вот. Мы практически добрались. Так, придется спускаться вниз. Так. Он рядом. Давай, 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 есть. Так. Вот, добрались. Мы первые. Нет, меня устраивает ранка, спасибо. Хотеть многого хорошо. Так, он сейчас сразу сюда придет. Так. Вы получили музыку Шалвах Сайдей. Сейчас пока мы за белку проходим. О, кстати, я могу забрать. Но мы пройдем все испытания. Так, испытание Аквашит. Используйте Аквашит, чтобы добраться до цели во время. Ясно. Так, коробку, которая длится Аквашит. Нажми А во время прыжка с активацией Аквашитом, чтобы совершить двойной отскок. Так. А, слушайте. Да, кстати, интересная механика. Так, а здесь понадобится все-таки еще раз взять. Реально, очень интересная механика. Так, вот еще аквашит. Эй, смотрите, видите этот лазер? Это для мелкого ежика. Так. Вот и прошли. Вот, там, где очень много частиц воды и огня. Так. Так, пусть сейчас появится. Вот.
Так, на всякий случай возьму. Так. О! Сколько лет не видел этих шипов. Ауч. Так, ёж. Забираем. Я рад, что их тут дают на каждом шагу. Так. 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 Пока рано. Так. Вот, добрались. Не страшно, меня устраивает бэшечка. Мне главное пройти и собрать все это дело. То есть, получается, сегодня мы проходим химическую завод, плюс ты можешь приобрести новый навык в магазине. Беги в магазин навыков. Спасибо. Так. Вы получили 87-ю картинку. Я вообще был удивлен, кстати, что здесь есть метал, реально. Так, здесь. Где какой переключатель? Нажимая на разный переключатель, доберитесь до цели за отведенное время. Вперед! Это уже головоломка. Ну, интересно. Но здесь реально очень много всего. По крайней мере... Так, ну-ка. Ауч. Так, по крайней мере, я знаю... Тут, в принципе, относительно безопасно. Гениально! Так, значит, сначала... Мне реально нравится такой подход. Так, на... Тут... Ну, на всякий случай надо проверять. Так. 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 Наверх, пожалуйста, благодарю. Мне нравится эта вот анимация, когда он стоит на краю. Прям весело выходит. Оуч. Не очень хорошо, ну ладно. Так. Ой, что меня прибило? Да, зараза. Так.
Так. То есть минус 10 секунд нам дали. Так. Как здорово. Давай, открывай мне еще раз проход. Так. Так, здорово, конечно, но... До туда я не допрыгну. А, вот так уже допрыгнем. Так. Давай, есть. А вот и добрались. Не страшно, есть нашку вышли, неплохо. Нет, спасибо, меня устраивает. Да, немножко провисает, конечно, но... Иногда, но в целом игра играбель, да и мне это нравится. Получена музыка Kingdom Valley. Так, ну еще с Тейлсом, что ли? Потом еще от Тейлс, токсичное небо. Нажмите игру, чтобы вызвать Тейлса и с помощью него долететь до цели за ограниченное время. Вот это мне интересно. Может, какая-то анимация будет? Давай полетим вместе! Нажми игру, чтобы вызвать Тейлса. Так, ТСР... А, на А, ясно. Так, подожди, на А. А, вот оно как. Давай, Тейлс, спасай мою ежидую задницу, точнее, задницу доктора Эггмана. Да, она легкая, как пушинка. Давай, Тейлс, ты можешь. Кстати, а у него есть ограничения? Полетели, пушистое чудо. Я. Ауч. Так, ну я на всякий случай включу вебку обратно, потому что я думал, тут анимация какая-то более сложная будет, но тут обыкновенный классик Тейлс. Ты можешь, вперед. Так. Да. Слушай, вот мне реально нравится. Давай. Есть. Есть, забрались. Вперед. Давай, пушистое чудо. Ой, вот это надо забрать, Кстати, а у него есть ограничение по времени? Вот мне любопытно. Ауч. Черт, пробили. Ладно. В данном случае можно оставаться вот на этой точке. Давай, Тейлс. Мне нравится его механика управления. Сонг себе нашел идеального товарища раба. Товарищ Рабинский. Так, давай, Тейлс.
Кстати, я не знал, что Тейлз был фокусником в прошлой жизни. Он так эффективно появляется в воздухе. Так, неплохо. Ой, я не заметил. Я потерял их из виду. Ну и ладно. Ну, мне реально нравится, очень интересно. Они немножко мелковаты, конечно, но... Так... Давай, есть. Немножко проседает, но это опять же из-за масштабов мира. Должен признать, химический завод из шикарное место. Зараза! Кольцо там взяли какое-нибудь. Есть. Все, добрались. Две смерти, но добрались. Нет, спасибо, меня устраивает. Результат вполне. Категория Б. Водительские права воздушного транспорта. Заметьте, за половинку мы сейчас прошли. Сейчас еще осталось пройти за второго ежа. Вы получили картинку. Так, теперь давайте за второго. Я буду сражаться с тобой, сколько потребуется. А здесь только вот с ним, да? Здесь только с другим Соником. Эмми Роуз против него. Так, давайте сначала... Ай, зараза. Давайте по порядку. Вперед. Подводный автомат с кольцами. Соберите необходимое количество колец, чтобы разбросать по периметру. Так. Так, как мне туда попасть, я без понятия, ну да ладно. Ой, как... Какая щедрость-то! Он сама щедрость. Так. Отлично, давай иди сюда, побольше мне золота давай, золото мне! Нам немного осталось там собрать, всего пару капель. Так... Ну и где эта аппаратура ходячая? Ну, я зато победил, неплохо. Нет, спасибо, меня устраивает результат. Сейчас он сюда наверх придет. Так. Я вообще, кстати, вот реально, мне очень понравилась гонка с металлом. Жалко, что современный Соник не может с ним сражаться. Борьба с грабберами. Будучи аккуратным с грабберами, вовремя доберитесь до цели. Ясно, давайте. Так, готов.
Ну ладно, может быть, не совсем готов. Ауч. Давай-давай-давай. Ауч. Ай-я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 й. Так. Да, зараза. Давай, Ёж. Тут, кстати, локации-то совершенно разные, что меня очень радует. Так. 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 Ой-ой-ой-ой, ладно. Так. Давай, есть. Добрались. Неплохой результат. Походу, сегодня будет только химический завод по времени. В принципе, он уходит у нас. Так, вы получили картинку 89. Теперь зона за Эми. Эми прыгает вместе. Нажмите, чтобы вызвать Эми для исполнения суперпрыжка во время... И доберитесь до цели. Вы поняли. Мало ли анимации? Прыгаем вместе. И я прибью тебя своим молотом! Нажми Y, чтобы вызвать Эми, она поможет. Да. Вот оно что. Давай. Вот оно как, там промежуток есть небольшой. Ладно, пока не критично. Так. Есть, живем. Как работает только ее сила? Я не пойму. Ну да ладно. Так, пока живы, хорошо. Так. Мне нравится, что ей, кстати, нашли способность. Ну, подходящую для нее именно. Так. Так. Так, с этим разобрались. Это, конечно, не Тейлз и не Метал, тем более. Но я рад за Эми, ей
дошли... Ну, да, знаю, повторяюсь, но опять же, это реально здорово. Это здорово, что ей нашли способность. Так. Вот. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, благо отсюда теперь уже не выпадешь никак. Победили. Ее способность интересна. То есть она, по сути, создает вибрационные прыжки. Это, конечно, интересно. Но стелсом ей... До стелса ей еще пока далеко. Вы музыка Эндл Пасилипи. У нас, получается, остался еще колечки. Испытание с одним кольцом. Доберитесь вовремя до цели с одним кольцом. Вы смотрите на его лицо. Обожаю, когда у него проблемы. Но проблема в том, что у меня проблемы из-за этого тоже. Судя по всему, здесь только одно кольцо. Береги его как зеницу ока и старайся не получать урона. Сложно сказать-то. Так. Ну, вроде пока тут не сложно. Так. Ой-о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 й. Придется... Ну ладно, лучше лезть обратно, чем ни о чем. Да, долго, но зато... Никаких проблем. Вот так вот. Ауч! Все, у меня его нету. У меня нет того зеницок, я его потерял. Пройду я это испытание без кольца вообще? Маловероятно, но... Ну, это не значит, что я сдамся. Вы проиграли. Да, почему бы нет? Задавили ежа. Так, неплохо. Так. Пока кольцо при мне? Хорошо. Я его потерял. Давайте, значит, сначала. Испытания реально интересные. Я хочу их пройти, во-первых, чтобы очистить все. Я думаю, это как-то повлияет. Хотя бы на саму игру. Зачем же им тогда делать так, чтобы это все еще и окрашивалось? Так, ой. Да куда ты все время? В другую сторону, ёж. Так, давай.
Так, с этим разобрались, хорошо. Давай, есть. Есть. Колечко со мной. Вот это водяные горки называется. Аккуратно, аккуратно. Ага, я вижу вас. Так, все, эти не восстановятся. А, нет, восстановятся. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, верни мне кольцо, кольцо, кольцо. Так, колечко рядом. Я не просто так прошел весь этот длинный мучительный путь, чтобы вот так проиграть. Нетушки. Так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. За кольцом, за кольцом. Вот, ну тут чисто тайминг нужно было поймать. Нет, спасибо, меня устраивает. Тем более хмурое лицо Соника стоило такой оплату. Отлично. Получается, я здесь все прошел? Ну, этот играет, как я понял, исключительно только с мелким Соником. Это Эми. Там мы все собрали. То есть, получается, все очищено, что ли? Давайте на всякий случай еще раз перепроверим, то мало ли. Да, все очищено. Что ж, давайте тогда пойдем посмотрим, какие у нас, во-первых, с вами плюшки. О, да. Точно. Можно глянуть? Магазин навыков. Аквашит. Фу, вещь хорошая. Но у меня и жизни-то мало. Давайте, пусть будет. Так, последний шанс. Она мне на что больше не хватит там. Ну и отлично. Пусть чисто будет для запаса. Так, теперь давайте по изображениям посмотрим. Эмералд у нас была. Здесь нету. Так, музыка какая у нас? Эмеральд Зон. Kingdom Valley. Sonic Hedgehog. Sonic Unleashed. Unleashed Possibility. Так, Sonic Unleashed. Savannah Citadel Day. Вот мне это очень нравится. Sonic Colors. Wind Mountain. Ну, это была у нас.
Вот Sonic Spinball, Toxic Cave, я обожаю эту игру, реально. По сути, пинбол. Кстати, пинбол есть, надо было взглянуть, конечно, но ладно. Sonic City, Paltry Panic, Sonic Boom, Stardust Speedway Zone CD Sonic, Sonic Hedgehog 4, эпизод 1, Splash Hill Zone. И все. Так, тут что у нас? Так, эти у нас тоже открывались. Вот, новенькие. Так, концепт Art Stardust Speedway. Ой, красота-то какая, вы посмотрите. А это то, как они перерабатывали все дело. Смотрите, то есть как было раньше, как и сейчас. Концепт Art Stardust Speedway, опять же. Красота. Реально, прекрасные. Давай, Соник. О! Так. На задницу. Давай, ты можешь. На задницу, ты можешь. Так, ладно, давайте вернемся немножко за мелкого. Хочу убедиться, что все собрали. Привет, Метал, еще раз. Так, нет, здесь тоже все собрали. Но там не полностью окрашенный. Заметь, он не полностью окрашенный, завод-то. Может, я за кого-то что-то не прошел? А, гонка с Доппельгангером. Вот эту я не проходил. Вот, что не окрасилось. Давай. Давай. Есть. Вперед, пройдемся по основной трассе. Вперед, там был, по-моему, обходной путь, но дал черт с ним. Давай, есть. Так, теперь давай-ка наверх. Так, вот даже немножко лагануло. Очень неприятное ощущение. Так. А мелочь Карамазова где? Так. Как подлагивать-то? Давай, мелочь. Так, неплохо. Два, есть. И победа, наши товарищи. Так.
Давай на вершину. Так, давай-ка вот этого заберем. Наверх, пожалуйста. Так. Ой-о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 й. Так. Я пока белкого не вижу, засранца. А, вот он. Сейчас придет по этому же пути. Давай, 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 давай. Кто кого? Черт, он впереди. Давай. Давай, 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 давай. Yes. Ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, я есть! Ю-ху-ху, на долечке. Да, хватит, и дэшки хватит. Вот же сложная зараза-то. Все, очистили. А я думал, чего не хватает? А тут этого не хватает. В общем, колокольчик должен быть везде. Да, ёж, ты что, уже обленился совсем? Лазать разучился. Супер Соник Рейсинг. Давайте еще найдем ее. Вот так, чисто по... Тут очень много мелодий, кстати. Sonic R. Реально, очень много игр по Сонику. Походу, эта игра останется у меня чисто для того, чтобы быть архивным списком, чего я точно не играл. Это Руш поет? Что ж, ребят, надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя трансляция. Точнее, трансляция, геймплей. Надеюсь, что вам понравилось. Ставим лайки, пишем комментарии. Обязательно. Мне интересно, кто по-вашему больше интересен как персонаж здесь? Metal Sonic или же Sonic? Ну а с вами был ваш доктор Эггман. До скорой всем встречи. Еще увидимся.